Привет, дорогие друзья, это канал «Про дома на колесах», меня зовут Александр, мы на выставке «Караван-салон Дюссельдорф», и сегодня я расскажу вам про Adria Matrix Supreme 670 SL. Длинное название, и мы уже отмечаем в этом году десятилетие наших продаж этой модели автодома в России, и это действительно хороший автодом, который неплохо подходит для эксплуатации, в том числе и в России, а если мы говорим про Adria Matrix Supreme, то это более теплый вариант с жидкостным отоплением и набором некоторого оборудования, которое недоступно в таких линейках Matrix, как Plus и XS. Давайте поближе рассмотрим эту модель, которую можно будет заказать уже в 2020 году. Итак, друзья, если посмотреть снаружи, то, в принципе, даже наклейки в этом году не поменялись по сравнению с прошлым годом, но нас ждут некоторые изменения внутри, они незначительные, они, так скажем, дань, наверное, моде, каким-то техническим изменениям, которые стали доступны в этом году. Ну, допустим, больше светодиодного освещения, больше каких-то элементов подсветки, каких-то декоративных элементов. Давайте сейчас посмотрим снаружи, а потом пойдем внутрь, я вам покажу, что именно поменялось. Значит, кузов остался прежним. Цвет Supreme, он всегда у нас серебристого цвета. Поменялось вот что, друзья. Теперь появилась рукоятка, которая позволяет вам гораздо проще открывать багажник. Вы просто открываете не два замка, как раньше, а один. Поворачиваете ключик и нажимаете, тянете на себя ручку. И, собственно, открываете дверь. Ну, наверное, здесь при желании можно заказать еще газлифт, который как-то еще будет приятнее вам открывать эту дверь. Но уже хорошо, что здесь есть обивка вот такая мягкая. И, как сказал директор завода, Соня Голи, что Matrix – это уже премиум автодом или стремящийся в эту категорию. Но мы с вами можем наблюдать это по элементам отделки, которые, допустим, находятся даже в багажнике. Посмотрите, как в дорогом премиум-классе. Здесь светодиодное освещение внутри. Здесь отделка стен уже присутствует. Если раньше это просто был голый сэндвич, да, его внутренняя сторона, то теперь мы видим здесь вот эту серый материал, который хорошо защищает, потому что какой-то груз, там велосипеды часто могут вот эту белую поверхность как-то портить, царапать и так далее. Это все защищено теперь. Также внутри есть розетки для велосипедов, для каких-то гаджетов, устройств, которые здесь могут во время движения находиться. Главная отличительная черта Supreme – это возможность заказать сюда Aldo. Если я не ошибаюсь, то, в принципе, с 2020 года жидкостное отопление Aldo можно заказать и в линейку Plus. Но это не точно, друзья, мы об этом попозже скажем. Значит, тут мы наблюдаем радиаторы отопления Aldo, то есть багажник тоже отапливается. То есть смело можно не то, что здесь жить, но рассчитывать на то, что здесь ничего не будет замерзать. Ну, то есть поставить сюда воду какую-то, еще что-то, и оно не будет подвергаться каким-то низким температурам. Ну и плюс ко всему, когда багажник отапливается, а он является как бы неотъемлемой частью автодома, у вас будет теплее, там, на кровати не будет как бы воздействовать холод из багажника. Конечно, не так, как в доме будет здесь тепло, но, собственно, всегда температура будет плюсовая. Ну, в принципе, с багажником мы с вами разобрались. Я предлагаю пойти внутрь, собственно, и посмотреть, что нас ждет в 2020 году в автодоме Adria Matrix Supreme. Давайте посмотрим на гостиную. Здесь я не вижу никаких изменений. Пуфики, сидушки, подголовники, подвесная мебель, вот эта вся, вот эти шкафы. Все одинаковое, как и в прошлом году, есть зарядка USB для пассажиров, которые едут на втором ряду. Что касается каких-то решений по свету, то... О, почему-то мне вот так включается. Вот, видите, появилась светодиодная лента, которая уже несколько лет, в принципе, сюда вставляется. Это уже даже не нужно за это доплачивать, это уже давно в базе. Что я могу отметить? Главное, наверное, друзья, может быть, надо было об этом сказать раньше, но
Главное изменение в Adria Matrix 2020 года – это будет обновленный Fiat Ducato, который можно будет заказывать на автоматической коробке 9-ступенчатой от Fiat Ducato. Там будет огромное количество помощников различных. Ну, они не такие, как у Mercedes-Benz Sprinter, но они действительно помогают, и многое из них я уже на себе смог попробовать. Это действительно нужные вещи. Без этого современный автодом уже, так скажем, не воспринимается всерьез, если нету вот этих ассистентов. Ну что ж, давайте посмотрим в кухонную зону. Здесь тоже все без изменений, но единственное, вот сделали вот такую красивую рамку вокруг окна, она подсвечивается. Раньше просто была белая, сейчас вот сделали вот такой узор. Смотрится хорошо, симпатично, если вы, скажем, выбираете себе Matrix на следующий год, то, наверное, вот эти детали как-то должны в том числе привлекать ваше внимание. Здесь плита такая же, как в прошлом году, с пьезоподжигом. Конечно же, будет по умолчанию уже идти газовая духовка. Я хочу заметить, что в Supreme очень много элементов интерьера идет в базе. За это доплачивать не нужно. Все это уже заложено в цену. Значит, холодильник у нас находится с противоположной стороны, друзья. Стандартный этот будет Тедфорд с морозильной камерой и с большим пространством. Кстати, его кто-то включил, поэтому здесь... Слушайте, я не знаю, постоянно кто-то включает холодильники. Зачем это делается, я не знаю. Ну, может быть, что внутри свет горел. По-другому, видимо, не получается. Значит, давайте включу свет. Душевая, в принципе, осталась без изменений. Нечего добавить, даже эта коричневая стенка, по-моему, тоже была в прошлом году. Тут, по-моему, не стали ничего придумывать. Вот, посмотрите. Наверное, интересно здесь, что появились новые светильники, вот эти. Такие стеклянные светильнички, точечные. Они тоже в нескольких режимах горят, и в них встроена USB-розетка. Вот это классно. И вот эта панель, которая светится тоже, ну, как бы, не знаю, какое-то типа оргстекло, не знаю, как правильно назвать этот материал. Но, в общем, вот видите узор, который был у нас в кухне, и он здесь повторяется тоже. В ящиках все как обычно. Складываем сюда вещи свои. Есть, я вижу, кабель, который... Ну, уже подготовка для установки камеры заднего вида. Здесь, помните, да, у SL всегда будет дополнительная консоль сдвигаться. Сюда укладывается еще пуфик, и у вас получается единое спальное пространство. Под спальными местами, конечно же, будет пространство для хранения верхней одежды. В данном случае у нас даже есть электропривод. Вот выезжают ваши костюмы и платья отсюда. А если вы хотите воспользоваться этим подголовником, как подголовником регулируемым, да, по высоте, можете просто лечь ногами туда, в изголовье, и здесь уже отсюда читать книгу. Здесь я вижу площадка для установки телевизора. Вешаем сюда кронштейн, подключаем телевизор 220, к антенне, ну и, собственно, наслаждаемся. Ну и, кстати, справа появились какие-то небольшие ниши, полки для мелочей. Наверное, можно туда сложить что-то нужное вам, друзья. Вот такой вот, такие изменения у нас в спальной зоне нового Adria Matrix Supreme. Ну, они такие, знаете, незначительные. Тут, наверное, я вам покажу еще лючок, который, ну, всегда я показываю, который позволяет сюда что-нибудь спрятать. Ну что ж, нам осталось посмотреть туалетную комнату, которая вот находится по правому борту, и уже будем потихонечку двигаться к финальному. Ну что ж, друзья, вот и туалетная комната. Здесь я уже все знаю, потому что несколько лет уже такая выдвижная дверь в шкаф. Пожалуйста, складываем туда свои умывальные принадлежности, щетки, складываем пасты, духи, шампуни. В нижнем ящике прекрасно найдут себе место туалетная бумага, химия, может быть, какой-то уборочный инвентарь. Туалет по классике Тедфорд вращается с электросмывом. Тут небольшая полочка, положить, может быть, какие-то салфетки. Ну, скажем, отделка, ну, такая, скажем, классика для Адрии, без каких-то там излишних деталей. Вы уже сами по своему усмотрению можете повесить какие-нибудь кармашки дополнительные, может быть, крючок вам захочется еще один, может быть, как какую-то, не знаю, сетку подвесить, чтобы туда складывать какие-то вещи, которые вам нужны вот в этом пространстве, я имею в виду туалетную комнату. Ну что ж,
важно отметить, что доступ в туалетную комнату, или, вернее, вот эту спальную умывальную зону перекрывается дверью. Поэтому, если у вас там гости сидят, вы спокойно можете закрыть эту дверь, воспользоваться удобствами там, и вернуться. Вот. Либо вообще просто уйти спать и закрыться от них. Ну что ж, друзья, мы с вами познакомились с обновленным Matrix Supreme 670 SL. Ну, сказать, чтобы прямо здесь все новое, обновленное, модернизированное, конечно же, я не могу. Но первое, почему стоит рассматривать покупку автодома Matrix на Fiat Ducato? Потому что платформа обновляется. Теперь вам доступен 9-ступенчатый автомат. Я на нем, честно говоря, не ездил, но я верю, что это хорошая установка, которая придет взамен предшественника вот этой роботизированной коробки 6-ступенчатой, которая, ну, мягко сказать, ездила тупо. Нам это не очень сильно нравилось. Да, это более комфортный вариант, но все-таки время идет, нужно что-то делать. И от Fiat все ждали, когда же появится на нем автомат. И вот с появлением вот этого нового агрегата, наверное, продажи автодомов на шасси Fiat, конечно же, будут увеличиваться. И он всегда будет выгоднее по стоимости, по сравнению с автодомами на базе Mercedes-Benz Sprinter. Он будет выгоден с точки зрения обслуживания и владения. И, в принципе, ничто вам сейчас не мешает, в принципе, выбирать между Mercedes-ом и Fiat-ом, потому что там есть суперинтеллектуальные помощники, я про Mercedes, у Fiat-а есть привлекательная цена и, собственно, доступная по стоимости владения этим автодомом, потому что Mercedes все-таки во многих своих вопросах может быть дороговат. Что касается Adria Matrix, именно самого жилого модуля, то здесь, по сути, все сохраняется в общих, так скажем, привычных нам чертах. Если говорить о дорогой линейке Supreme, то здесь много будет опций уже включенных в комплектацию. Если вы хотите что-то подешевле, то, пожалуйста, можете выбрать двигатель поменьше. Там он начинается от 120 сил, но автомат доступен будет только с двигателем от 140 лошадиных сил. Также можно рассмотреть Matrix Plus, Matrix XS на шасси Citroen Jumper. Поэтому все взвешивайте, выбирайте, звоните нам, мы будем просчитывать ту или иную комплектацию, которая вам подойдет. Также напомню, что новые двигатели с 2020 года, которые будут соответствовать экологическим требованиям 6D Temp, которые вот в Европе уже стали обязательными. Поэтому появляется горловина и, соответственно, технология AdBlue, которая будет использоваться в новых двигателях Fiat Ducato. И у нас есть еще несколько автодомов предыдущего поколения мощностью 150 лошадиных сил на роботизированной коробке. Так что, если интересно, пожалуйста, приходите. Надеюсь, они к моменту выхода этого ролика еще будут в наличии. Если вам интересно, приезжайте. У нас вроде Matrix 670 SP+. Есть наличие 2019 года выпуска. Это был канал «Про дома на колесах». Меня зовут Александр. До новых встреч. Пока.